Печальная новость пришла в эти праздничные дни. Судья апелляционной коллегии Западно-Казахстанского областного суда Тимиржан Нугманов погиб в автокатастрофе. Трагическое ДТП случилось в Актюбинской области, неподалеку от поселка Кобда. Судья вместе с сыном были госпитализированы в ближайшую больницу, но Тимиржан Нугманов умер, не приходя в сознание. Ранее Тимиржан Нугманов возглавлял апелляционную коллегию Западно-Казахстанского областного суда. Его коллеги отзываются о нем как о честном и порядочном человеке.